Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash Путешествие во времени. И я заметил, здесь появился небольшой, ребята, глюк. Ну как небольшой, он очень большой на самом деле. Что, когда я играю, у меня начинает через какое-то определенное количество времени ужасно лагать игра. Не знаю, посмотрим, будет ли такое продолжаться. Так, вот сюда я, ребята, уже поиграл. Попробовал, я тебе скажу, что там мне делать нечего. Валят меня. А мне надо заняться на самом деле фармом. Мне нужно раскачать, ну, во-первых, своего главного персонажа, дракончика. И постараться прокачать остальных моих драконов. Или наши способности. Так, 1200 монет. Так, дракончики в бочке и защиту. 1385. Ну, не знаю, ребят. Я, пожалуй, наверное, воздержусь. Может быть, вот этих прокачать здесь только. Это плюс еще один, да? Давай попробуем вот этот пройти. На 3, друзья мои, звезды. Попытаемся. Уж получится, у меня нет. Ну куда ты побежал? Ну куда ты побежал, лохмандей? Конечно, без какой-то помощи, ну, блин, тут будет сложно, ребята, сыграть. Да. Так, я этому сейчас по башке надаю. Этого попробую оглушить. Сделаем так. Так. Допустим, так сделаем. Я поставлю себе защиту. Так, этого накумарил. Давай, 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 давай. Ломай, 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 пожалуйста, быстрее. Времени в обрез. Ша, воу. В плане этих кикимора идет сюда, друзья. Да кого ж ты бьешь-то, дурила ты деревянная. Давай, 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 нахлобучивай ее, нахлобучивай эту бомжиху в броне, в лютой причем. Так, мне нет, показалось, я думал, что там шаман идет. Нет, нет там никакого шамана. Ломай, пожалуйста, ломай быстрее, уже время пошло. Есть, друзья, на 3 звезды. Фух, успел. Пока не лагает, ребят, пока не лагает игра. Может быть, в этом уровне не лагает. Но вот в котором 5-6, по-моему, да, там, друзья, лагает. Так, 160 монет я зарабатываю. Тут на 3 звезды. Попробуем теперь вот этот этап тоже пройти на 3 звезды. Я, наверное, возьму здесь заморозку. Попробуем с помощью заморозки здесь начать. Так, вот этого охламона надо сразу подбить. Нечего ему здесь, как говорится, делать вообще. Опять же, ребят, не забываем про время. Да заморозься ты в конце-то концов. Ты уже достал меня просто в корень, ребят. Да и заморожу нафиг. Достанут ведь. Вот. Так. Заморозочку. Ну давай, 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 родной, ну. Сейчас меня вообще ушатают, блин. Давай, Энки, выходи. Так, плювик, пускай плювик прибегает. Так, защиту. Я ставлю защиту и иду вот этих лучников убивать, ребят. Попробуем. Может быть, как-нибудь все-таки получится у нас. Так, хиляемся. Оху, пришла. Пришла бомжиха, ребят. Пришла, блин, чертова бомжиха.
кого бью вообще? Я вот бомжиху бомбить, блин. Не надо меня так убивать, пожалуйста. Пойду сейчас этих лучников уничтожу. Такс. Давай, 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 родные мои. Заморозку. Да в плане еще бомжиха одна бежит, блин. Так правильно, она сейчас массовыми атаками меня тут забомбашит, ребят, ну. Меня шлепнули, да? Меня, блин, шлепнули. Господи, бежим, 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 сломя голову, ребята, бежим, чешем. Мой дракончик аж разогнался прям, блин. Обороняемся мы тут до последнего. Плювик, выходи, где ты там? Все, все, ребята. Блин, какой все, еще не все. А вот теперь все. Тоже прошли мы этот уровень на 3 звезды. Прекрасно. Так, я забираю награды. Выпадает нам 300 монет. Один Снеппи и Трицер. Замечательно. Получается, нам нужно... А, все, мы зарабатываем сундук, ребят. И открывается у нас вот новый уровень. А я забираю сундук. Я забираю сундук. И здесь нам достается 1950 монет. 12 кристаллов, 5 энки. Так, плевальчик, камень. О, раритетка. Замечательно. Такс. За спасибо еще награды. Ну давай. Я не откажусь, ребята. 550 монет. Снэпика 2. Тирексик. Ледяной комок. Тирексика не хватает, ребят, немножко, чтобы прокачать. Так, вот этот у нас хочет. Так он же у нас и так раритетный. О! Ты смотри-ка, плюс 19, плюс 19. 6 тысяч стоит улучшение. 6 тысяч. Вот этого бы раптор бы я бы с удовольствием бы этого прокачал бы, но... Не могу. Так, прокачали валун. Давай этих еще возьмем. Плюс один дракончик у нас будет. Так, ну что, здесь у нас... Ну, тут у нас дофигища чего не пройдено. Давай попробуем с этого этапа. Попробуем, ребята, с этого этапа. Я вот все время прокачиваю и думаю, блин, почему я не прокачал моего Снэпика? Ведь он же мне нужен, он же мне необходим, понимаешь? Это же Снэпик, ребята. Это Снэпик. Не срабатывает почему-то вот этот удар порой. Я не знаю, почему. Что мешает. Знаешь, что заморозка вот нам точно здесь понадобится. Вот этих вот валить надо. Охламона всех. По башке ему, правильно. Энки, ты где? Так, защиту берем. Пускай он лучше в меня бомбит. Звезда, ребята, звезда пошла на уменьшение. Все. Мы прошли на 3 звезды этот этап. Ребята, шикарно. Забираем с вами 350 монет. Плювик. Плювик готов прокачаться. Да. Дали нам нашу недостающую звезду. Блин, ну тут, конечно, жесть, ребята, творится. Ну как жесть? Я не смог пройти нормально, потому что этот уровень залагал у меня. Я не знаю, с чем это связано. Фу. Давай я рискну. Я все-таки попробую, ребят, поиграть. Возьмем вот так и, наверное, хилочку возьмем. Посмотрим, будет ли этот этап также подлагивать. Начинается все замечательно. Ничего не предвещает, как говорится, никаким глюком, лагом. А потом почему-то начинается ни с того ни с сего.
Может быть, это что-нибудь неудачно у меня там запустилось. Я пока не знаю, не могу тебе ничего сказать по этому поводу. Знаешь, что вот этот шаман вшивый, который там идет, вот тут... Ну куда вы? Эх, твою ж налево. Ну, ну. Уходим. Он ухиляет, ребят. Он выхиливает. Уходим, иначе по башке сейчас мне достанется. Да как ты заколебал-то? Ну как тебе подбить-то, а? Ему вообще по барабану. Да неужели? Что-то, блин, сработало. Хорош. Так, мне бы яблоки. Сейчас мы яблоки с тобой возьмем. Монетки взяли. Я возьму хила. О! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Да ну нафиг, ребят, ну это. Так, я попробую, знаешь, что сделать? Вот таким вот образом. Это, конечно, отхиливает. Я все понимаю, ребят, что он отхиливает. Все это хорошо, как бы. Ну, блин, бомбит-то он не по-детски, ты пойми. Да бомжиха, ну ты достала уже, ну. Я накоплю, блин, 22 себе эти или нет? Давай, динозавр, выходи. Что за этап, а? Неужели? А, меня подбили. Давай, воскрешайся быстрее, воскрешайся быстрее. Там нас ждут наши динозаврики, а ты там отдыхаешь с пакетиком наперевес. Да, еще не хватало опять отдуплиться. А чего у вас так много-то? Много, это сказано мягко, ребята. Меня опять шлепнули. Ну ты посмотри, а. Вот такой, друзья мои, этап. А вы говорите, изи, какое изи? Ну какое может быть, ребята, изи? Ты посмотри, что тут, блин, происходит. Какое изи вообще, блин, может быть? Я никакого тут изи вообще не вижу. Тут и не пахнет этим изи, ребята. Понимаешь, не пахнет тут никаким изи. Тут жесткач какой-то идет. Ну просто, я не знаю, несоизмеримый, ребят. Опять меня подбили. Да господи, что происходит с игрой, друзья? Что происходит? Уже пошла звезда на уменьшение. Да. Бомжиха, иди отсюда. Ну как ты мне дорогая. Ох, друзья, звезду одну потеряли. Ну, это, конечно, сложно. Две бомжихи. Одна усиленная, которая бросает бомбами. А вторая, ну, ты сам видел, какая бомжиха там была. Вторая. Не надо. Пожалуйста, не трогай меня. А ты меня... А меня ты не залечиваешь. Ты, значит, залечиваешь вот этих, да? Ну, так же нечестно. Ну, нечестно же так. Поди ты, боже мой, давай все так вот сделаем, что ли. Я не знаю, еще оглушение сделаем. Где мои суперудары, где мои суператаки, ребят, я не вижу. Вторая звезда. Ребят, вторая звезда идет. Ай, на уменьшение, все, у нас одна звезда. Это что за награду там с тобой получим, а? Вшивенькую награду, ребята. Ой, сейчас опять меня дубанут. Я валун бросаю. Знаешь, что надо сделать? Надо сделать вот так вот. Потому что эти очень сильно мешают нам. Это в лучшем случае одну звезду получим, да? Одну награду, ребята. Это в лучшем случае. Очень сложный этап. Но ящик мы с тобой заработаем. Награду мы отсюда с тобой урвем. Это факт. Одна звезда. Господи, ладно. Но уровень прошли без лагов, ребята. Не глючил ничего, а вот я играл... Два раза у меня лагало. Одна звезда, зашибись. А сундук дадите мне? Должны, по идее, да, ребят? Вот он, родной. Смотрим, сундук шикарный какой-то.
розовенький. 4800 монет. Раптора 10. Плювика десятка. Ух ты. О, нифига, ты видел? Ты видел? Легендарный. Легендарный. Так, 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 так. Блин, ну если он легендарный. Я могу его прям перевести в легендарного? Или как? Экипируем. О, нифига, у него плюс 1490 хп. Это вот, я так понимаю, шапка дает. И еще плюс, а это следующий уровень. И плюс 66 к атаке. Еще если, а, я прокачать не могу. Нифига у него шапка, конечно. Фараоном таким стал, да? Значит, что я еще хотел? Плювика все-таки, наверное, надо вот этих ребята прокачать. Не плювиков, а мелких кусак, я их так назову, кусаки. И, наверное, валун. 7000, блин, ну и ценники там у них, конечно. Мне бы... И здоровье себе на 49. Ребят, приплюсовали. Ну что, у нас есть... Ух ты, давай, я хочу. Я хочу, друзья мои, получить это. Ну что, хилки брать будем или не будем? А можно поменять? А, тут видишь, тут не меняется. Ты не можешь брать себе в команду, кого захочешь. Тут вот кто есть, тот у тебя и должен, ребята, быть в команде. То есть этой командой ты должен проходить. Так. В шапке. Замерзают ребята, да? Замерзают. Блин. Я прокачивал этих, а мне дали плювиков. Ну, кто же знал. Так, бамс. Раптор, выручай, родной, ты мне нужен. Так, что, ой, а это кто такой, ребят? Ого-го, фига себе он. Мне не нравится, ребят, этот хмырь. Мне не нравится этот викинг, или кто он такой? Бумс, по башке получил. Двигаемся, ребята, дальше. Двигаемся дальше. Разбираем это все, эти все завалы. Так, монетки, само собой. Вот он, опять явился, не забылся. Мы сделаем вот так вот, ребят. Я хочу заморозку поставить. Ну, для чего заморозка, ребят? Блин, я боюсь этой кувалды, она слишком здоровая. Мы сломали с вами эту... А где я-то? Блин, я себя потерял, ну где я там бегаю? Они моих плювиков. Почему я их называю плювики? Это маленькие... А, нет, это плювики. Уже все, ребят, уже переиграл, называется. За сегодня. Так, сломаем эти ворота сейчас. На изи. Шикарно. Шикарно. Ну-ка. О, да. А, блин, а у меня хватит ли денежек на Терекса прокачать? Я представляю, сколько он сейчас будет стоить на прокачке, друзья мои. Целое, блин, состояние, скорее всего, он будет стоить. Еще и этот плювик прокачивать сможет. Единственное, что я не могу понять, почему мне не дают Терекса, ребят. А, мы же еще получаем... Точно. Файербол. Так, Энки что-то обрадовался такой там. Блин, смотри, говорит, что мы получили этот... Со школы, типа, да, вот, будете, типа, теперь пользоваться именно этой штукой. Я смогу прокачать, сколько он стоит? 3200, ребят, не так дорого, но это на один только лишь уровень. Угу. Так, огненный, значит, шар у нас, да, появляется. Посмотрим, ребят, что из себя представляет этот огненный шар. Так, ну здесь вон, здесь нормально. Такая музыка. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Ну и где вы, блин? Ну я вызвал вас, плювики. Нет, не плюки, это маленькие фараончики. Куда ты побежал ты? Так, кто это там? Это кто такой? Ты понял, что он сидит в этом домике? Охламон несчастный. Мы его то ли оглушили, то ли еще что-то сделали. Я так и не понял. Ну, ломай, ломай, ломай. Так, я пока не буду, наверное, тратить. Или потратить? Нет, не буду, наверное, пока.
А, зависло, друзья мои. Нет, все нормально, не зависло. Просто вот почему-то рука вот отсюда. Блин. Блин, горелый. И этот еще идет. Ну, твою налево, ребят, ну. Ну зачем вы так со мной? Так, говорит еще, типа, нажми. Нажал. Хиляемся. Так, сожгу я этот домик ему. Можно сжечь ему домик? Ай, такой сидит там в этом хибарке. Раньше, помнишь, были. Они прятались в эти. В яйца там, еще во что-то там. Притворялись, типа, своими. Но, видишь, это не прокатило. И опять же, этот уровень мы с вами на 3 звездочки сейчас возьмем. Друзья мои, это шикарно. Это просто шикарно. Так, хламон тут еще один. Успела с телепортом. Но зато на 3 звезды. Ну и, соответственно, ребят, 3 сундучка. Что может быть приятнее? Так, фаербол, в принципе, мне понравился. Он очень много нам урона, если ты не успел заметить. И при этом еще он врага немножко станет. То есть фраг чуть-чуть как бы, ну, такой одурманенный стоит. Тын-тын-тын, отлично. Такс, о, блин, ребята. Твою ж налево. Энергия, да, кончилась у нас, к сожалению, энергия. Я только разыгрался, только это. И тут на тебе. И тут на тебе. Закончилась энергия. Ну что ж, дорогие мои друзья, тогда и мы на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.